на себе боль утихает. Это страшно. Девчонка просит голову. Даже сегодня мы считаем о разных преступлениях, и такого как будто бы не встречается. Не просто нанять людей, мужа бывшего или там компаньона, как-то еще оправдание. А здесь пешество идет. Все князья, вся знать, конечно, всегда были главы священники, дальние немедленно сейчас. Это какую кровожадность надо было иметь, это постепенно человек доходил до этого состояния. Вот почему считается, что время пришествия Христа – это время сгустения тьмы, тогда ее Господь. Это нравы, это характеры. А скажет, да она в какой среде родилась, одна это стоит. Она по-другому не могла, она в семье пьяницы, она в неблагополучной семье была. Это тоже имеет значение, но все-таки все главное человеке. Мы можем мысленно подумать, что вот она была бы здесь. Ведь она могла сказать, как она называла его, отчим или как. А вот помимо у тебя в узлах Ян кричит, давайте дня рождения, как у фараона было, он освободил иночерпия. Освободи его, он же невинно сидит. И с матерью поговорила, ну и законно, при живой жене, и мать вышла за него, и потом, если потомство нет, тогда разрешалась. А здесь второе нарушение, она была дочь. Он уже не имел права ее брать. Здесь нарушение нарушения нет. Дочь достойная матери. Она говорит, яблоко от яблони недалеко оказывается. Иезекииля 16:44. Какова мать, какова еще написано. Для юноши. Для своих сыновей, когда они избирают себе избрание, скажите, поближе познакомься сначала с ее матерью. Как правило, дочь очень похожа на мать. Вы хотите, чтобы с вашими дочерями, потому что ваши дочери были разведены? Не одна мать по-хорошему-то. Она не хочет этого. Старайтесь сами измениться. Самое лучшее доказательство изменения – это наше отношение к Богу. Я беру, прошу такого, поднимайте детей рано, на молитву. Нет общей молитвы, нет церкви. Это хорошая семья, может быть, благовоспитанная, полная, переполненная, как угодно. Но это не церковь Христова. Церковь, где есть общая молитва. Вот чем определяется. И мать не бросит перед дочерью сказать о своих ошибках, о своей ревности по отношению отца, о недостатках каких-то своих. С ними рассудить, дочери, не повторите мои ошибки. Мы придем благодать, Бог прощает. Но я знаю, семья это даст, простите меня. И песня поется, хочу, чтобы дочери были счастливы, мы встретимся, смотрение такое. Потому что, ну, многое же старые люди принесли диплом, они нам наследие никакого не оставят. Вот у нас есть книги какие-то, это я все сам доставал. Евангелие, у нас Евангелия в семье не было. Священство мы не знали, это мы все забывали в труду, а теперь детям отдаем. Вы приучите детям храм неделю готовки, проверьте, если на них надписи, рисунки какие, как они выглядят себе, вот поэтому в рисунке, когда я спросил место, нет, рисунки и надписи, все. Так он даст. Вы уже нарушили устав, вы уже подтащиваете его со всех сторон. Стоял у входа, это рот посмотрел. Я разве вам враг? Разве устав враг? Зачем ты его к надписи на суда деваешь? Простые вопросы. А это все на молитву отношения нашего к Писанию. Ребенок отца растет. Сын отца, дочь и мать. Вот он походит, будет как ты хочешь, чтобы сын или внук был похож на его отца. Сегодня скажет, что нет. Положи основание этому сегодня. И скажешь, придешь и нарушила. Если ты им все готово. И на каждом поклоне говорит, Господи, прости, мы устав подгружали. Господи, прости, мы сам оскверняем это. Господи, прости, я не послушание во внутри своем. Не первый раз ты послушание делаешь это. Ребенок, еще раз посмотрите где. Идем в святыню, к храму. Сегодня престольный праздник, а мы нарушители. Да не будет этого. Будете получить благословение. Миллионы сектантов, они не могут получить благословение, у них разорван свет. А какие они хорошие, у меня там знакомые. У них нет священства. Я страдаю и мучаюсь каждый день из-за того, что у них нет священства. Смотрите, у меня на какой столе стоят, у них есть священники. И детям это говорите. Какие благословения, подходите к священнику. Где в школе, как в храм науки.
молиться, я вам говорю, три поклона, а потом только уходите. Пошел на работу. На работу. Поклона. Отец знает благословение. Без благословения несчастный случай. Чего тут вообще все дожидается? Это уже доказательство. Благословения не было, у нас на глазах это все совершается. Она тут же потребовала. Мы свою кровь проливаем, чужую кровь. Человечество в крови. Земной шар абсолютно центра пропитан кровью. А Христос пришел всю эту кровь, грязь, смыть своей кровью. Матфея 10:37. Кто любит мать свою более, нежели меня, не достоин меня. А то когда мать взлечет не туда, запрещает читать Слово Божие, запрещает вставать рано молиться, если все дети. Мы читаем про такого жителя святых, и мать запрещала вставать рано и идти в храм, там волки были на пути. Ну и она взяла дома, с сыном расправилась, ему привязала. Дорогие, подожди, снимутся, я тебе голову сниму, ты будешь держать, я его сопровождаю. Идет человек в храм, ничего с ним не будет, ты опасности пройдешь. Приучите человека, подрастающего сейчас, ты родился для неба. И каждый день это шаг в небо. Каждый день. Празднование, престольный праздник, мы сколько сегодня слышали, видели, чего они прилагали. Это все ступени к небу. Если не это, то никакие обеды пришли нам не помогут. Ангел Сутей 12:53. Будет время, когда мать будет против дочери, дочь против матери. Когда один обратится, другой нет. Сегодня надо это единство установить. Многие жалуются, дети не почитают. Почему? Вы не можете правильно научить их сидеть за столом. Я учу их в течение одного часа, как они там не приходят. Дети у вас не трудятся. Почему они не в лагере трудятся? Почему они в лагере потом не делают, и потом правильно делают? Вы не учите. Но если активник поведите, как учил, то кто обращал на смерть-то? Некоторые детей говорят, что в лагере отдать, а у него там не лагерь труда и отдыха, а лагерь говорит, труда без отдыха. Пожалел ребенка, он не умеет работать. Это тяжесть будет в какой-то новообразованной семье. Когда вот такие разведенные, нелюбимые. Приучите их этому. Открыт лагерь. Со времени уже готовьтесь к следующему году. Второзаконие 13:3. Если кто будет тебя уводить от Бога, то не слушай того пророка, и да не пощадит его глаз твой. Потому что весь мир смерти, и спасение только в истине. Мать не туда ведет, или скажет, храм не ходит, иногда жалуется, что дети в храм не хотят ходить. Это криком. Я перевожу слова эти. Я не хожу в храм, храм не без разрешения, я детей так приучил. А вот что за этими словами скрывается? Дети, которые видят, как родители стремятся к храму на молитву, они боятся пропустить. Они заботятся. Ну, каждый день дадите это в молитву. Кто у нас всех прижит, не связать? У Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, Благородицу, все по 10 законов. На фильме комедийских. У нас такой святой. Ни одного за всю историю мира, в ваших житиях святых мира, который такую общину 32 тысячи возвел на небо, нет. Потому что я начитывал жития, это мое было предложение в синоде, я написал туда, там он сказал, и оттуда они уже установили, чтобы наш храм так назывался. Вот так. Потому что это отличающий пример для подражания, как Антимий Комедийский. Все, если на Александра нет, то на чего подражать? Воевать с немцами, дружба идет, никакого иного побоища не будет. Что делать дальше-то? Идти к храму, куда монгол нету. Ну, святые-то называют честь кого-то, считай Матрона, ну, храмы сейчас называют. А как подражать? А Антимий на каждом шагу с утра до вечера. Он учил. Учил малых и старых. Никто не закричал, дверям не бросился, я хочу такой. Не один. Я читаю это сказку какого-то. Да не может быть, чтобы такие святые все до одного, ни одна девочка не отвлеклась, ни один мальчик не ровнул. Как же он учил, почему же история это не сохранила? Я нахожу, что вот лагерь назван в честь имен Тантирского, и мать умирающая, я понимаю, умирает человек, называет антикция, задыхается, подбирает слова, прерывистая речь, и она только одно умоляла сын твой. Я трудно рождала тебя. Я так мучилась. Только крови твоя, будь мучеником за Христа. Рано или поздно ты прославишь Бога и меня, а я на небе буду мать мученика, на меня там будут смотреть, я мать мученика. И она, что бы ему ни говорила, трудные врага будут, сыночек. Всегда грешники будут, отличай грех, будь мучеником за Христа. Научите его так, детей, будь
Данение, оно даже рядом Данение. Китайцы придут сюда, мусульмане ведь. Вот ровно они пойдут сюда. Я смиренно склонил голову перед ними, как Андрей спросил. 2000 воинов склонили голову. Воины, боевые, ни один, значит, не дал. Третья книга Иезра 11.38. Слушай, что скажет тебе Всевышний? Открывайте Библию, если вы говорите, будьте слушать, что скажет Всевышний. Повторяйте слово Всевышний. Господь, получайте к имени Иегова. Господь Бог Саваоф. С мудростью Соломона. Псалмы говорят об этом. Псалом 5.7. Какие люди? Кровожадного внушается Господь. Это ненависть на кого-то. Подозрение, осуждение, ненавидящие брата еще убийца. Бойтесь этого. Псалом 54.24. Он внушает его Господь. Истребляет. Притча Соломона 29.14. Кровожадные люди ненавидят непорочного. Что бы ни было, заботьтесь об этом, чтобы гнев не возникал. Гнев влечет к драке. Нерассчитанный удар влечет к убийству. Проще все прикрепить. Самое правильное. Дети дрочливые растут. Все. Я не знаю, какой дрочи не дает. Он первый. Ну ты-то зачем его ударил? Ты бы ко мне пришел и сказал, как один, я ничего не могу здесь сделать. Это значит, кровожадная природа подрастает. Угрызает друг друга. В лагере, я направ, сурово караю его. Он получит 10 раз больше. Тогда опять тоже творит. Почему? Дети растут в крови родителей. Я нашел ответ. Они задыхают от этой крови. Притча Соломона. Кремль нам об этом говорит. 3:15. Многие быстро на пролитие крови. Мало того, еще угрожает внутренний город, я найду тебя там. Я знаю, где по болезнь точкам здесь. Что они говорит другому? Разбойники. 2 Петра 2:1. Отвергаясь искупившего их Господа. Они навлекают на себя скорую погибель. И всегда спрашивают, Господи, а как это будет выглядеть? Поехали, машину садите, встаньте кратко, не просто перекрестите. Крестное знамение это оружие против дьявола, но к нему надо еще настройку сделать. Не просто крест, а крест на котором распят Христос. Не просто кровь, а за меня повесили на Голгофе через страдания. Все время повторяйте. Наши дети от пекарских очень отличаются. Очень. Они свидетельствуют. В школах и везде. Ваши дети уезжают в школу, им трудно, а свидетельство я не слышу. Они должны сказать, что он ударил его. А Господь сказал, прощай, я бы мог дальше дать, я тебе не дам. Ради Христа я прощаю. Тот сразу остановился. Нашего солдата попробуй трое в армии идет. Он сдачи или расстреляет весь караул, или повесится. Что-то ли? Баптистского бьют, он сам на колени. Его забросали сначала сапогами, следующий день подушками. А потом все встали, стали с ним разговаривать. Уходил из армии, четверых плюл. Приучите детей быть свидетелями. Спрятаться за Христа. Число 35-33. Очиститесь от крови. Кровью. Если убийца, значит должен погибнуть. И мы, если кого-то судили, а то осуждение влекло к худшему, это все падает на нас. И поэтому с нами что случается, оно не случайно. Или эти родители посеяли, или мы сами сеем. Просто так не бывает. Или ты еще просто, Господи, благодарю. А оплошность это плохо. За этим кроется еще что-то. Бог запускает эту оплошность. На законе 19.10. Дабы не пробивали кровь невинную. А разбери винное и невинное. Так выход один, никакой не пробивать. Лучше отпустить 1000 человек виновных, чем среди них одного невиновного. А безбожники так, 1000 погублю, чтобы захватить виновного. 1006.17. Руки их пробивают кровь. Это 1000 лет назад. Матч Иеремии. На каждом плену пророк Иеремии 4.13 говорит так. За то, что проливали кровь праведников. И постиг нас грех. Вот почему революция пришла. Вот посчитайте разных авторов, какое гонение было на сектантов и ретиков. Молока они, да, они постели соблюдают. Но они хорошие люди. И почти 1000 человек за свой счет лесом все расправляют в Парагвай. Никому спасения нет. Все в ссылку, и ретики в ссылку, так и ретиками работать надо. Экономлять, обращайте ретиками кровь. Эконом! Давай даже идти, чтобы не знали, а потом стали уничтожать. Уничтожать. И наконец-то убили. Какие-то тоже инквизиция была.
Не в тех размерах, конечно. Чеченцы указали, как унесла 12 миллионов жизней. Ужас какой! Наши коммунисты пришли уже по такой крови. Чеченцы 16-38, проливающих кровь праведников, ждет ярость и гнев Божий. Исаия 22:6. Начальствующие по мере сил трудятся, чтобы проливать кровь. Он отличается тем, что не платят зарплаты, не дают, потому что для праведника единственное состояние. И написано, что богатые есть кровопийцы, он не только проливает, а пьет кровь. Кровь, кровопийцы в администрации везде, в правительстве, президента. И ты должен молиться. У нас нет другого оружия, Господи, вразуми. Дай им понять, что их дети и внуки будут эту кровь ливать. Деяние 22:20. И ничего в этом плохого люди не видят. Вот что главное. В деяниях написано, когда проливалась кровь Степана, я одобрял его убиение. Будущий святой человек. Так он не один, одни били камнями, он просто оказался рядом, охранял одежду. Тут же дворы были, могли эту одежду утащить, а я ее охранял, чтобы я тоже помогал. Что же он получил свою боль? А потом дошло, кого убивали? Никого нельзя убивать. Матфея 6:15. Иродиада же злобилась на Иоанна. И желали убить его, но не могла, и ждала удобного случая. Змея ложилась спать, вставала, ела, а только думала, где и как. Как бы Павел говорит, что Потифар Иосифа заключил в тюрьму не просто, а жены спас его. Она бы только Сидора поняла, убила его. А тюрьмы она не могла добиться. Самое надежное место на земле, у кого? Это начальник тюрьмы. Я говорю, ты, значит, я зашел и туда спускаю в тюрьме, чтобы она меня здесь не достала. Вот это было с Иосифом. Притча Соломона 18:20. Озлобившиеся братья преступные крепкого города. А как это запоры сломать? Духом святым. Умолять Господа. Слушай, по счастью своей, а к кому я не расположен? Меня Господь на это уловил. Я не расположен. Ну почему? И начинаю себя исследовать и скажу, что в течение одного дня Бог покажет. И покажет, что ты хуже его, как правило. Почему я к нему не расположен? Я рассказывал. Позже я вывел человека, и он мне показал, что похоже на меня, когда я был примерно в 10 классе. До того мне неприятно сделался. И он ничего не сделал, все ест, даже крошки собирает, такой аккуратный, как я. Так я тоже готов был упасть и заплакать. Первый раз вижу человека. А как меня ты, Господи, чертова, как ангел Господи, ты целый вел меня. Мне какое-то отвращение вызвал он, что тем, что он похож на меня. Какое-то счастье бы нам показывал, кто мы с утра до вечера-то. Смотрите, некого было спросить голову чужую, могу здесь еще. Особенно за обедом, время свободное, вот на дикой каше, все обсуждает. Кровь проливает, с кровью едим. 2 Тимофея 2:24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, не злобивым. Вот проливающий кровь, только языки, говорит 11 раз. Сколько же там было крови? Не все время, не проливайте кровь, проливающего кровь, накажет Господь. Один пророк говорил это. Приходит царь себе, написано, пол Иерусалим от края до края. Как будто дома открыли, тут стены окружены, и на стен полная чаша. От края и до края была наполнена страна российская. Убивал-то не стали. Исполнители были здесь на местах, свои расплачивали, свои ссылали, свои расстреливали. Почему все было готово? А причина одна. Не было Анфима ни одного в стране, не было. Никто не учил. Анфим один, 32 тысячи. На 32 тысячи проповедников отпустить сегодня по России-то. Наверное, остановилось бы такого политика. Я до того удивился, что думаю, в Америке все-таки нет такого убийства. А в Нью-Йорке 3821 убийство совершилось за год. Убийство, не считая ранения. Второе Маковейское, вторая, 7:3. Царь, подлобившийся на евреев, приказал разжечь сковороды и котлы. Мы разжигаем сердце, как правило. Премудрость 2:10. Видя праведника, они говорят, испытаем его оскорблением и мучением, дабы видеть незлобие его. Они для того и обижают, и Бога кусают, чтобы увидеть, какие мы незлобивые. Ты что, не можешь ему дать такому? Могу. А если бы я это сделал, какая мне награда? Я ради Господа прощаю его.
прости. Прости, подожди, скажи, ты говорил, это не так. Это ты плохо говорил, зло сделал. Премудрость 4.12. Волнение похоти развращает ум незлобивый. Вот что. С детьми чаще говорите о том грехе, о страшной разрушительной силе, чтобы девушки тебя сохранили девственницами. Мальчики точно так. Этот грех отбрасывается, которого смирите и говорит дальше всего от Бога. Что после этого всю жизнь жалоба на память, памяти нет. Сегодня ребенок вас еще запоминает. Вы не приучите к труду его, работать со Словом Божьим, он ничего не будет помнить. Завтра своего интереса вообще ничего не останется. А будет только одно. Нервность родителей, раздражение, слезы беспричинные. Сирахов 29.7. Помни заповеди и не злобствуй на ближнего. Грех погашается тем, чтобы помнить заповеди. Псалом 1.5 стих. Злобствующий на меня клянуть мной, чтобы ему было то же, что он в тебе. А вот ему это не зря, это вот с ним авария, это только цветочки, еще там смотри. А ты скажи, от меня, так Господь, если бы судил по правде, то уже голову бы давно не сносить. О ком бы ты не услышал, даже о самом неприятном человеке, встань, разбахни, помоли других, передай на молитву. Так не покайтесь, ведь все так же поедете. Милостивый Господь, предупреждал Израиль, надвигалась страшная беда. И было это так близко, осталось каких-то 36 лет до нашествия римских воинов. И никто этого не видел, одни единицы только. И молились о том, чтобы бедство не случилось в субботу. Вот тут теперь, в Иерусалиме, в Израиле, все головы будут лежать на одном блюде. Мы сегодня бы мы спросили, скажите, а где последователи Иоанна Крестителя? Храм еще всего названы. Где последователи Ирода, Иродиады? Нигде нет. Смотри всегда выше. Вот этот пример, вот эта озлобленность дочери, да, голову на блюде, должны нас очень сильно насторожить. Да не будет этого с нами, своими дочерями. Чтобы никогда не голосовали за смертную казнь никого, даже явный убийца. Даже маньяк какой-то, христианин я не могу. Как человек простит, да, я обоими руками проголосую за убийство. Здесь я не могу. Я люблю моего Господа. И мы мирные люди. И поэтому знамя, данное нам руки, мы скажем, мы берем его и отомстим не комедийского. Наша кровь на алтарь Христа да зайдет благовонной жертвой. Аминь.